Ребята, у вас сегодня был сложный день. Вы проехали более 600 километров в поезде, играли в баскетбол, но все равно нашли в себе силы прийти сюда. Что повлияло на ваше решение? Огромный интерес, который вызвало ваше мероприятие, да, и было просто интересно посмотреть, что это такое, когда собираются, наверное, лучшие артистки данного жанра, назовем так. И я остался под определенным очень положительным впечатлением после этого мероприятия. Мы предполагали, что девчонки в своей работе совершают движение вверх. И мы, посетив это мероприятие, в этом действительно убедились. Правда, Саш? Абсолютно. Я не представляю, какой физической вообще подготовкой, формой, навыком, техникой надо обладать, чтобы вот совершать подобные пируэты, трюки. То есть девчонки заслуживают невероятного уважения, и мы с Сашей так точно не можем. Я полностью могу подтвердить, что я... Знаете, у меня даже когда-то был интерес, я как человек, который увлекается разными необычными вещами и там, прекрасно владеет своим телом, пробовал и понял, что с моим ростом это делать непросто, абсолютно непросто, и я бы сказал, что это невозможно, это очень сложно, и то, что они делают, это просто фантастика. Очень красиво, но я не то, что... Я многого о тебе не знаю. Я не то чтобы пробовал заниматься полдэнсом, просто мне было интересно. Я пытался как-то подойти к пилону, да, к шесту и что-то с ним попытаться сделать, но понимая, что это адски сложно, я не претендую на него нисколько. Но то, что они делают, повторюсь, это очень круто, очень круто. Поэтому занимайтесь полдэнсом во дворах. Нет, ну, а что такого, что на твою девушку смотрят? Мне кажется, это прекрасно, когда на твою девушку смотрят, любуются. Если она нравится другим мужчинам, значит, она действительно прекрасна. Если она нравится только тебе, то здесь надо задуматься. А здесь очень яркие девушки.